Памятную дату отмечали сегодня в Хабаровске. Она была посвящена одному из дней воинской славы России. И заодно стала митингом в поддержку участников событий на Украине. Подробности в следующем репортаже. Сейчас в России один из дней воинской славы. Он посвящен победе Александра Невского на Чудском озере. Чтобы отметить эту дату и выразить поддержку президента страны, хабаровчане собрались на стадионе имени Ленина. От имени губернатора и правительства Хабаровского края на митинге выступила председатель Законодательной думы Ирина Зикунова. Наша страна Россия. Эта страна не просто одна шестая часть света. Эта страна – мост между Востоком и Западом. Эта страна – многонациональная семья самых разных народов, которые вливались в нее за долгие годы истории, когда ширилась наша территория. Сейчас в Хабаровском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для украинских беженцев. В конце апреля в Хабаровске ожидается прибытие 300 беженцев. Кроме того, региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с образовательными учреждениями края проводит акцию «Письмо солдату». Наша молодежь подключилась к этой акции, и довольно больших писем с пожеланием к нашим воинам они написаны. Честно говоря, читая некоторые из них, ну, до слез, приятно, что сегодняшняя молодежь города Хабаровска, города воинской славы, настроены патриотично. Всего в митинге приняли участие около 350 человек. Это представители Восточного военного округа, Национальной гвардии, Центра военно-патриотического воспитания, представители политических партий, общественники и активисты. Телеканал «Губерния».